В Красноярске появился первый сэндбордист. Это как сноуборд, только на песке. Традиционно это развлечение популярно в южных странах. Но Константин Демиденко решил развивать этот спорт в Красноярске. Он постоянно занимается продвижением экстрима и учит всех желающих. Мастер-класс по песчаной доске он дал и нашему корреспонденту Денису Денисову. Я просто у друзей увидел, что они побывали в этом месте, потусовались, покатались на велосипедах здесь. И я спросил у них, где это место находится, они мне сказали, я взял друзей, взяли доски, поехали сюда. Вот все так просто. Вообще, сэндбординг – это отдельная дисциплина в экстремальных видах спорта. Она практикуется в странах жарких, где очень много песка, где дюны есть. И это все позволяет кататься на достаточно больших скоростях. Последний раз на просто сноуборде я катался довольно давно, чтобы сделать это виртуозно, а на сэндборде вообще попробую себя впервые. Ну что ж, посмотрим, насколько просто это получается у новичков. Да, соприкосновение с поверхностью довольно непривычное, этому явно стоит потренироваться. Хотя довольно забавно и весело. На самом деле я просто все это люблю. И у меня в день приходят уйма идей. К сожалению, не все возможно их реализовать. Вот последнее мы делали экстремальная классика с симфоническим оркестром, но это такая проектная команда, проектная идея большая. Вот. А это просто баловство, детская забава. Мы в детстве все там что-нибудь придумываем, потом катаемся. Примерно здесь также. Денис Денисов, Евгений Шестаков, 7 канал.